вкусно и запятая. KFC. Обожаю видосы эти. Капец смешные. Знаешь, что у меня куча умных подписчиков, которые... Вечно бы их смотрел. Это ж насколько можно делать такие гениальные видео. Чоко, бежим! Кексыч, давай за мной. Я знаю, куда можно бежать. Кексыч, ты... Это просто невозможно смешно. Че это за смех там такой странный? Это Ленчик, что ли, смеется? Чё-то не понял. Что он там делает в этом своем ресторане вкусные запятая? Лень! Ой, 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 ты чего, Лень? Здравствуйте, чего желаете? Лень, ничего не желаю, это же я, Владус, ты чё, меня не узнал? Пока. В смысле пока? Лень, что ты за ролики там смотрел? Покажи мне тоже, я тоже хочу посмеяться. Не понял. Лень, я вижу, что ты смотришь телевизор. Стоять, Лень. А, нет, ничего я не смотрю. Ты, Леня, меч. Ладно, на, смотри. Так, дальше забраться по лестнице. Нет, я боюсь высоты. Лень, слушай, у меня появилась одна шикарнейшая идея. А какая? Все, давай, дверь закрываем и стой здесь. Я говорю, закрываем, ты задница шоколадная. Все, меч. Вот так вот, вот так-то лучше. Значит так, ребята, я выключаюсь в Дискорде прямо сейчас. И знаете, что я предложил? Нет, у меня слов на него уже нету, просто вы понимаете, он достал меня, эта задница шоколадная. Вы же тоже сейчас это видите, да? Правильно ведь? Значит так, я сейчас использую зельку невидимки. За мной он подглядывать не будет, потому что это запрещено правилами. В Дискорде меня не слышно, и сейчас мы включим себе режим креатива. Да-да-да, даже мои подписчики, которые сейчас находятся на моем сервере, не узнают, что я где-то здесь около них летаю. Так вот, мы подойдем вот сюда, прям к самому краешку арены, и отсюда выберемся. Ну что, вы точно готовы увидеть то, что я вам сейчас покажу? Пойдемте за мной. 5 минут спустя. Вы посмотрите на эти огромные синие ноги. Как думаете, чьи это ножки? Напишите в комментариях прямо сейчас, если вы догадались. Особенно, если вы смотрели видосы у шоколадки Чока. Вы знаете, что тут такое стоит. Нам нужно взять топорик, выделить территорию здесь. И вторую точку выделить тут. И да, эту постройку сделал мой подписчик. Вот его ник. И он получает 10 бесплатных донатных кейсов на моем серваке. Да-да-да, просто за то, что он сделал топовую постройку. Ну что же, прописываем команду копировать. 10 тысяч блоков скопировано. И сваливаем отсюда поскорее. А еще на моем сервере куча-куча всяких разных построек, которые делаете вы. Я не знаю, как вы их так круто строите, но их реально тут куча. Особенно, если полетать прям по спавну. Вы посмотрите, Леня, маленький Амогус. Владус Амогус. Это что вообще такое? Как вы это делаете? Даже ребенок длинные ноги тут есть. Очень-очень много разных крутых построек, которые я могу использовать в битве построек с Ленчиком. Ну что же, я уже прилетел на свою арену обратно. И сейчас мы пропишем специальную команду. О, готово! Осталось только немножечко убрать эти таблички. Немножечко еще почистить ват эти блоки. Я думаю, что вы 100% уже догадались, кого я построил, кто у меня там стоит за спиной. Ну поставьте лайк, если вы догадались. Я думаю, что уже все-все-все должны были поставить лайк сейчас. Ну что же, все практически готово. Ага, значит, мне нужно выпить немножечко молока, включиться в Дискорде. Лень, ну что, ты там точно уже готов? Все, я уже просто все построил, у меня постройка получилась офигенная. Да, Владус, открывай дверь! Да ладно, ладно, открываю. А что ты тут стоишь-то? Пойдем сначала твою постройку смотреть, Лень. Я тебе сейчас дам по заднице мечом, ты зараза такая, а? Получай, получай. Вот, смотри, что у тебя тут. А, Лень! Нифига себе, это самый милый кексич, которого я когда-либо видел. Офигеть, ты сам додумался такой построить? Да. Нет, блин, подсказал кто-то. Лень, я ставлю твои постройки 5 баллов из 10. Спасибо. Что? Я ломаю эту постройку нафиг. Да ладно тебе, Лень, ну ломай сколько хочешь. Просто с моей постройкой это точно не сравнится. Леонид Андреевич, давай за мной. Я тебе сейчас покажу реального кексича. Во. Так,
Секундочку. Чего ты там пишешь? 4 из 10. Лень, да ты еще постройку даже не видел. Посмотрите только на него. Это же настоящий кексич. Просто один в один. У него есть даже шнурки. Да даже носочки есть. Представляете, насколько постройка была шикарная. Ой, в смысле, постройка, которую я сам сделал. А, ты... Ты ее сам еще и делал? Блин, вообще классно тогда. Да согласен, Лень, вообще, вообще. Ну, в общем-то это. Владус, а что тут внутри? А что тут внутри? А вон что-то написано. Построил Леня. В смысле, построил Леня? Иди отсюда давай, построил Леня. Ты что вообще офигел? Мою постройку решил приватизировать себе. Смотрите еще раз. У него есть маленькие гантельки, которые чутка недоделаны. И знаете, сколько они весят? О! 10 тысяч килограмм. А вы не верили? 10 тысяч килограмм целые гантели весят у Кексыча. Вот так. У него даже посыпка есть настоящая, как в оригинале. Напишите в комментариях, кто выиграл в этом раунде. Я думаю, что это все понятно и очевидно. Нет, 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 ничего не понятно. Я выиграл. Все, Владус, я тебя победю. Дай мне 5 минут. Ага. Да хоть 25. Давай, иди, Леня, победит он меня. Сейчас я ему кое-что покажу. А для начала выключимся в Дискорде. Фух, отлично, ребята. Смотрите, что я сейчас придумал. А... Ты что тут делаешь? Он тут умирает. Вы не добили. Так и надо ему меч скорее показать. Ну-ка, 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 ну-ка. А вот видишь, видишь меч, зараза? Ой, тут кто-то динамит, кажется, расставил. Надо же убрать его как бы весь. Давай, пусть убирает. Он меня уже не слышит, потому что я в Дискорде это выключился. Давай, весь динамит убирай, зараза такая. А вы можете пока лайк поставить, ребята. Надо, чтобы он до единого каждый блок убрал. Зараза шоколадная, ты посмотри на него, безобразие. Все, давай шуруй скорее. Ну, один динамит же оставил, зараза. Ну, ничего страшного. Смотрите, я вам сейчас кое-что покажу. На самом деле, эта битва у нас происходит рядом со спавном. Вон спавн. Вот тут битва. И здесь уже идут ваши постройки. И вот если с арены прямо сейчас выбраться вот примерно в этом месте, то смотрите, мы летим сюда, сюда, сюда. И посмотрите, что тут есть. Это же Чока! Только он какой-то... Немножко, ну, странный. Но все равно постройка выглядит просто бомбически. Так, кто ее строил? Строил Фидастин. И этот подписчик получает 10 кейсов на моем сервере абсолютно бесплатно. А если вы хотите тоже поиграть со мной на серваке, то берите телефон, заходите в Майнкрафт, дальше нажимайте кнопку «Играть», а потом жмите на кнопку «Серверы». Пролистывайте серваки в самый низ и нажмите на эту волшебную кнопку «Добавить сервер». Как только вы на нее нажмете, напишите туда айпишник ananasmine.ru. Все, больше вам ничего не нужно. Просто нажмите на кнопку играть и все. А когда вас попросят выбрать сервер, выбирайте 5-й сервак. Я вместе с Ленчиком играю там. Я надеюсь, что вы зайдете, мы увидимся с вами на сервере. А сейчас я должен скопировать эту офигенную шоколадку Чока. Смотрите, как я это сделаю. Я снова выделю 2 точки территории. Главное, чтобы она вся вместилась в мой регион. Дальше мы встанем сюда и пропишем команду копировать. 21 тысяча блоков скопировано. И теперь вместе с Кексичем здесь будет стоять его друг Шоколадка Чока. Только для начала мне нужно прописать команду. Во, готово! Вы посмотрите, как это круто выглядит. Только я сейчас немножко его поправлю. 5 минут спустя. Ну, в общем-то, все. Вы посмотрите, насколько крутая Шоколадка Чока получилась. Вот они, 2 лучших друга, Кексич и Чока. Ну что же, я сейчас хочу подглядеть за Леней, что он там делает. Но прежде чем я это сделаю, поставьте лайк на этот ролик. Ну что же, посмотрим, что он там делает. Серьезно? Это шоколадка Чока, которую он построил? Так, ребята, подписывайтесь на канал прямо сейчас. Заходите на сервак айпишник ananasmine.ru. Он прям здесь над моей головой. Заходите, играйте с удовольствием. А мы увидимся в следующем ролике. Пока!